За лжепрописку будут не только штрафовать, но и сажать в тюрьму. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете фиктивной регистрации граждан по месту жительства. Тюремный срок за это преступление может составить 3 года, а штраф от 100 до 500 тысяч рублей. В Кодексе об административных правонарушениях предполагается прописать санкции для тех, кто проживает в жилом помещении без паспорта. Стоит отметить, что в стране ежегодно фиксируются тысячи так называемых резиновых квартир. В них регистрируются сотни тысяч граждан, однако они не намерены туда вселяться, а их реальное место жительства неизвестно.